Один из углов треугольника в два раза больше другого. Бывает такое. Два альфа, и здесь альфа. Высота, опущенная из третьего угла, делит сторону на два отрезка. Докажите, что разность длин этих отрезков равна одной из сторон этого треугольника. Так, ну давайте перейдем к значению. Вот это А, вот это Б, вот это С, вот это будет точка, допустим, H. Требуется доказать, что когда вы из АH вычитаете BH, то это будет равно вот непонятно какой стороне. Ну так, на глаз, чему оно скорее будет равно? Вот это минус это. Ну, скорее. BC, скорее всего, да? То есть точно, что не AB, AB слишком длинная, скорее всего, BC. Вот это и нужно доказать. Отразим точку B относительно прямой CH. Отразили, получили точку B. Дальше. Дальше теряется равно, потому что нужно бедрение. Да, потому что отразили, да. Дальше. Вот здесь у нас получается 180 минус. Запомнить теорему о внешнем угле. Смотрите, в курсе школьной геометрии очень мало теорем. Но вы никак не можете привыкнуть, вот, уберите свое 4 альфа, оно все не нужно. 2 альфа – это внешний угол треугольника АВС. Значит, угол АСБ'. Понятно, да? Вот есть у вас треугольник АСБ'. У него есть внешний угол 2 альфа. И значит, угол АСБ' тоже альфа. Здесь HB, так чтобы вот это было равно вот это. Мы получили, что оно симметричное, и здесь 2 альфа. Значит, треугольник пробедрили, потому что его родные углы при основании. Ну, значит, BC, ну, B1C, B'C, это CB. Дальше вот этот угол, он внешний к этому треугольнику. А, CB'. Ну, значит, альфа плюс этот угол, это 2. Значит, этот угол, это альфа. Значит, эта сторона равна этой стороне, которая дальше. Все, все.